West Highland White Terrier. Реклама Цезаря. А ну ж еще. Новый заказ. Играет роль кавказцы у них из шуба. Или там они вообще не активны. И тяжело переносит, конечно, в этом плане. То есть им тяжело переносить. Это погода, им жарко. Бедолага, у меня вот везде. Да ему бы в городе на просторы, чтобы подвигаться, да? А что ж тут в ограниченном пространстве целыми днями лежать? Не, он у меня не в вольере, он не, у меня ну, да, угловой дома, ему да, когда... Да, даже во дворе оно, сколько там трудно, разогнаться негде. Ну, все равно, как бы, чухаться неплохо. Ну, при учете, что он у меня старый, и лето, он у меня на данный момент 290 километров. Ну, порядочно. Я не могу сказать, что сильно он меня сдал. Ну, естественно, питание, конечно, беру, что такое. Ну, как пенсионеру, понятно, тоже поблажки же все. Ну, это естественно, конечно. Ты молодой, получается, что сейчас на двоих беру. На молодую вот взяли в апреле. Так еле переучила от корма. А в питомнике где брали? В Донецке, в питомнике Анри. 30-летие Победы, улица 21 Баянинск. Вот я думал, может, у Тани неделька. Таня, неделька, что-то знакомое. Это не у тут внизу городка? Да, 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 да. Там ой, питомник, там. Там мне не понравились кавказцы. Ну, я в нее там не был после войны ни разу, не знаю, что там у нее сейчас. Они привозили мне суку на вязку. Они как увидели моего кобеля, и они сразу же. Они мне два раза что-то привозили. Моему кобелю. Ну, раньше хорошие кавказцы в Свердловке были. Нету нигде сейчас, не найдешь. Да, ну, конечно, она же в 2014 году уехала, там в Красноярск, стали Новосибирск, куда-то, в общем, туда. А это нашла чисто случайно питомник Анри в Донецке. Ну, они, конечно, и цены ломят. Дорого. Девченко брала суку, мне получается с доставкой 23 тысячи. 3 тысячи доставка, 20 тысяч. 23 тысячи, это $300. Так это еще не дорого. Ну, относительно как? То, что смотришь, ну, у нас, да, у нас там по городу. Ну, за документами все как положено, выставочные родители, да? Естественно. Папа с Кемерово. Тем более недорого. Папа с Кемерово, мама это тоже россиянка. Ну, вспомнил, Лариса Завальнюк, вот. А? Завальнюк Лариса в Свердловке занималась кавказцами. У нее чемпионы Украины были по тем временам России. Я не помню.